Рост числа подписчиков американского интернет-кинотеатра Netflix более чем на 50% в третьем квартале превысил прогнозы. Несмотря на повышение цен, компания привлекла новых зарубежных зрителей и сохранила американских благодаря оригинальным сериалам. На этом фоне акции компании подскочили на 20%. Выручка Netflix в третьем квартале выросла на 31,7% и составила почти 3 миллиарда долларов. Компания Netflix предлагает потоковый видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и телепередач.